В Экибастузе прошел 13-й городской турнир по казахша крес Екбастуз Барысы. В традиционном турнире приняли участие свыше 50 палуанов. Герои ковра всегда пользовались большим уважением и почетом в народе. Многие мальчишки выросли, равняясь на них. Поэтому казахша крес набирает популярность. Все больше молодых людей приходят в секции национального вида спорта. С каждым годом растет как количество участников, так и болельщиков. И это не может не радовать. Я убежден, что участники сегодняшних соревнований в будущем станут кумирами для подрастающего поколения. Желаю удачи спортсменам, и пусть мы станем свидетелями замечательного спортивного состязания. Вначале прошли отборочные состязания в различных весовых категориях, по итогу которых победителями стали Ислам Каскенов, Маргулан Атеев, Иманбек Алькенов, Абдижапар Ахмед, Адиль Умар, Мирам Кантарбаев и Ислам Махамбетов. Принять участие в главном состязании изъявили желание 9 борцов. За третье место боролись Наиль Сайбаталов и Нургазы Кюлимжаев. Наиль Сайбаталов одержал победу. В финальной схватке встретились братья-спортсмены Алибек и Ислам Махамбетовы. В результате победителем турнира и обладателем пояса стал Алибек Махамбетов. Последние годы я готовился на эти соревнования. По воле Всевышнего сегодня занял первое место. И в своем весовом категории занял третье место. Готовиться будем. У нас будут мини-сборы будут здесь. Именно на отборы будут на Казахстан Барысы. Думаем, нормально подготовимся, поедем. Победителю вручили звание Екбастуз Барысы и 100 тысяч тенге. Второе место и денежное вознаграждение в размере 70 тысяч тенге выиграл Ислам Махамбетов. Он получил звание Екбастуз Арлана. Обладателю третьего места, борцу Наилю Сайбаталову, вручили денежный приз в размере 50 тысяч тенге и звание Екбастуз Сунхара. Они будут представлять Екибастуз на областном турнире Павлодар Барысы, который ожидается 1 мая.